Всем доброго утра. Начну наше доброе утро с Мишулькина. Мишулькин, помаши зрителям привет. Привет. Привет, зрители, да? Да. Чем ты занимаешься с утра? Играю, скажи. Правда, вчера порастерял уже, умудрился 4 детали потерять. Я еще не нашла их. Ну ладно, сейчас соберет, хоть поймем, какие детали потеряли. Мы уже с утра встали, заправили кроватки с Мишутиком, привели себя в порядок, сделали йогурт, ну точнее, достали йогурт из мультиварки и поставили его в холодильник. Миша посмотрел, сказал, дай мама, мне. Мама, ау. Мам. Чего? Ну давай. Зрителям хочешь? Два. А ты же не поставил еще ничего. Поставь сначала все детальки, потом покажешь. Нет. Нет? Ну давай так. Ты хочешь попробовать успеть? Да. Ну давай. Два. Я вам по секрету скажу, даже я с первого раза не успела. Давай. Тренируйся. Мы в тебя верим, солнышко. Ты с каждым разом будешь попадать, все больше ставить. Давай. Первый раз Мише получилось 4 штучки только поставить. Он успел. Не захотел с вами поделиться. А, не торопись, не торопись. Куда поставить такой? Вот, давай дальше. Вот. Вот, уже 4 поставил. Уже больше получится, давай. 5. 6. Давай. Давай, давай, мы болеем за тебя. 7. Молодец, он пугается, когда она выстреливает. Что, ударился? Нет. Напугался? Да. 7 штук успел, а было 4. Молодец, умница. Еще потренируешься и вообще будешь быстро делать. Маму обгонишь, да? Я сегодня позавтракала авокадо. Прям так вот его ложечкой достала. И чаем. Совсем полезный завтрак. Так. Ну и, конечно, с утра уже, видите, глазки накрасила. Потому что нужно было йогурт доснимать в том же этом... ну, короче, когда снимаешь с вечера накрашенным, да? А потом утром встаешь такой весь... и доснимаешь концовку ролика не очень... накрашенным выглядит не очень. Поэтому я решила, что раз начала накрашенное снимать, то и закончить надо. Поэтому вымыла быстренько голову с утра, накрасилась и закончила вам ролик, чтобы он был красивым. Так, Лизавета с моим одуванчиком ушла в школу. Ну, в смысле, одела резинку, сделанную мной вчера, и ушла в школу. Посмотрим, как отреагируют ее подружки, понравится, не понравится. Но мне самой понравилось. Я хочу сегодня сделать еще один одуванчик. И прямо сейчас к этому собираюсь приступить. Покажу вам, как получится у меня второй цветочек. Честно говоря, не засекла, сколько я по времени делала. Но вот такие вот уже красивые они у меня получаются. Это он еще не распушенный. То есть сейчас я его сделаю распушенным. Сделаю... Ой, господи, уронила. Сделаю донышко. Не падай. И у меня вот уже листочки готовы. То есть, по сути, часа 2 у меня сейчас на такие одуванчики уходят, на 3 штучки всего. С трудом дождались 2 часа. Сыну просто не терпится попробовать йогурт. Давайте доставать. У нас время обеда. Скоро уже отправляться в поликлинику. Буду обедать йогуртом домашним, который приготовила в ночь в мультиварке. Отдельный видеоролик скоро будет, поэтому не пропустите. Я там рассказываю полностью, как я делаю этот домашний йогурт. Все легко и просто, и главное, очень вкусно получилось. Один цветочек я запорола, представляете? Сейчас пожалуюсь вам. Их же нужно обрабатывать теплом, ну, чтобы они были такие вот красивые. Вот видите, как он раскрылся у меня красиво, да? А один я просто лоханулась и уронила в огонь. И он подгорел. Придется делать еще один. Миша, что ты делаешь? Миша играет, смотрите, вокруг стульчика ходит. Вот типа, как мы его учили, когда музыка гаснет, садится. Он просто играет. Так, у меня осталось еще час-полтора до выхода.
час можно посвятить одуванчикам. Сейчас позанимаемся еще с вами. Восстановим одуванчик, а может быть еще один сделаем. Потому что, чтобы фотографировать, нужно 5 штук. Так будет красивее. Телефон. Дети вышли погулять перед поездкой. Сейчас 2 часа. В 3 часа начнется прием. И, собственно, я их собираю в поликлинику. Надеюсь, что я ничего не перепутала. Что-то у меня сейчас такая мысль закралась, вдруг я перепутала, и прием не сейчас. Давай, складывай мел на место, закрывай коробочку, уноси мне в сарай. Или в детский домик. Мишечка, надо унести. Мелки пошли на ура вчера купленные. Я сейчас закрою. Ехать с 3 детьми в машине в поликлинику. Это тот еще квест. Мишку пристегнули. Все? Все. Готовы? Да. А вы готовы еще раз побывать в нашей поликлинике? Поехали! Как дети ждут врача в поликлинике. Миска нос в маску спрячь. Меня даже не слышат, да, Лиза? Мы вторые. Правда, не факт, что девчонки получат сегодня справку. Короче, сказали, что надо записываться заранее. Приходите в четверг, записывайтесь на следующую неделю, чтобы получить просто справку. Представляете? Но я сейчас Мишу на манту поведу, спрошу у доктора. Может быть, нам просто дадут справку, что мы здоровы. Не будут отправлять на через неделю. Тем более, что девчонок вместе я словить могу только в понедельник. А иначе у них смены учебы не совпадают, и мне придется дважды ходить. Не очень хочется. Пока никто про талоны здесь не говорит и про время. Пока все очередь занимают, а мы вторые. Все, ура! У нас оказалась очень добрая врач. Во-первых, она нам дала справки. Вот. А во-вторых, у Миши отменили прививку, потому что, ну, манту точнее. Потому что он недавно ставил превенар. Сказали, что раз он ставил меньше месяца назад, то ему вообще не полагается никаких уколов. Вот. Так что Мишка довольный, пошел домой. Ты довольный? Да. Да? Мишка, а ты куда так снял все? Пошли. Ты еще даже разделся до... уже весь. До дома еще не дошел. Уже разделся, да. У нас уже вечер. Пришел Саша. Посмотрите, чем я занималась последние пару часов. Ну, я, правда, не 5 сделала ромашек, а 7. 2 ромашек у меня забрала Лиза. Я сделала резиночки ромашки. Очень красивые получились. Мне, честно, одуванчики нравятся больше, но спросила Саша, он говорит, ромашки круче, ромашки ярче, ромашки красивее. А вот вам как кажется? Кстати, одуванчик тебе, Лиза, тоже один еще полагается, если хочешь. Я? Да. У меня же 6. Я делаю 2 резиночки забирает Лиза, а 5 штучек делаю, буду фотографировать и выставлять на продажу. Так что, если кто-то хочет красивые, необычные резинки от веселой семейки, то скоро появится ссылочка на интернет-магазин. Ну, когда я сделаю несколько вариантов. Выбирай одуванчик, который на тебя смотрит. Сложный выбор, да? Я бы все забрала. Да. На меня смотрит вот этот. Почему? Потому что он листиками кверху лежит? Он самый такой объемный. Видите, какие. Этот не до конца дораскрышься. Здесь, кстати, тоже можно было бы резинку не такую громадную цеплять. Вот на ромашке беленькие я нашла сегодня вот небольшие. Сегодня бы громадные, было бы некрасиво. Проблема с цветными резинками. У меня, видите, тут прожектор работает. На утюге сегодня нагревала, Фоамиран уже научилась. В общем, красотища. Красотища. Коллекция моих цветочков. Пополняется коллекция моих цветочков. А Лиза говорит, пополняется коллекция моих цветочков. Моих, твоих. Сейчас, если я осилю, то сделаю еще эти трафареты для бантиков. Завтра сделаю бантики и еще 2 варианта сделаю, и тогда буду фотографировать. Мишка опять спутал мне все вечерние планы. Я хотела его уложить, еще немножечко кое-что поделать. Между тем уже 11 часов, и я, пожалуй, пойду спать. Самое время с вами попрощаться, скинуть видеофайлы, смыть глазки. Кошки уронили мне
Ладно. Спасибо большое за просмотр. Спасибо, что были со мной. За лайки тоже спасибо. И увидимся с вами завтра. Всем пока. Спокойной ночи тем, кто ложится спать.